Hi, I'm Mila Alonza. Come along with me as I explain the word of the day and some of its uses. Привет, добро пожаловать на мой канал. Это рубрика Word per Day, слово в день. Concentration, что это значит? The work requires intense concentration. Работа требует глубокой концентрации внимания. It helps my concentration if I listen to music while I'm working. Прослушивание музыки во время работы помогает мне сосредоточиться. Concentration – концентрация, сосредоточение. The most positive comment from last video is here. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до встречи в следующем видео.